Всем привет, дорогие мои! С вами Кононова Аня, проект Faberlic Online. В этом видео я вам расскажу третью часть новинок 16-го каталога 2024 года, который будет действовать с 28.10 по 17.11. Мы с вами уже много что у нас позади. Очень много новиночек. Все их с вами обсудили. Ну и сейчас, конечно же, следующая новинка. Так, посуду, носки все обсудили. Следующая новинка у нас с вами вот эта вот красота. Конечно, полноценно протестировать я ее не смогу, но могу сказать, что тут лично для меня собралась наиидеальнейшая палитра, которую я могу использовать как самостоятельную. И это впервые в больших палетках компании Faberlic, чтобы вот мне вот так вот прям повезло, что я могу прям полностью всецело воспользоваться, не прибегая ни к чему другому. Палетка называется Brilliant Charm. Это лимитированная коллекция. Скоро она уже опять-таки закончит свое существование, да, в свободной продаже. И, конечно же, высветлять отличный тон, да, согласны со мной. Где-то уголки глаз подправить тоже великолепно. Вот, поэтому будем с вами сейчас все это дело тестировать. Очень красиво делать цветные макияжи. Будем смотреть, как оно все получится. Очень интересно. Есть более яркие синие, есть более такие темные синие. Давайте с вами я ее прям увеличу. Сочетание цветов просто великолепное, как вы видите. Это прям уже полноценные макияжи, да. Я очень рада, что такое могу вот себе позволить купить в компании Faberlic. Очень многогамная такая палитра, да, можно сделать и нюдовый, очень красивый макияж, можно дополнить блесточками к нюду, можно сделать яркий вызывающий макияж, и лиловые оттенки тут прекрасные. В общем, тут эта палетка прекрасна целиком и полностью. Ну что ж, давайте же ее начинать тестировать. Пойдем по руке. Так, первый оттеночек. Красота, да? Да и только. Второй. Какие-то они, знаете, на ощупь шелковистые, я бы сказала. Второй оттеночек. Угу. Так, ну пойдем вот так, да? Третий. Посмотрите, прям золото-золото. Угу. Так, четвертый. Сатиновые, мерцающие оттенки, матовые, металлик, перламутровые. В общем, тут все прямо в одной палете. Такой, видите? Полупрозрачный, мерцающий очень сильно. Мне такой очень нравится. На мой взгляд, такой оттенок впервые в компании Faberlic. Первый раз такой вижу. Следующая четверка. Будем с вами прям смотреть. Так, ух ты, вот это очень мягкие тени розовые. Смотрите, я их подраздавила. Это, я так понимаю, втирка для глаз. Да, нежненькая такая. Угу. Дайте-ка я ее утрамбую назад. Слишком сильно надавила я на нее. Так, это матовые тверденькие. Вот они, видите, еще разненькие, да, бывают. Ну, конечно, темноват. Посветлее бы хотелось оттеночек. Так, и вот этот. Ой, слушайте, какой красивый. Смотрите, как мерцает. Да, прикольно. Мне нравится. Давайте вот сюда. Но, перенеся на руку, я не могу сказать, что он перестал мерцать, просто блесточек поменьше. Ну, слушайте, прям красота такая, да? Все, рука закончилась. Так, четвертый. Такая вот красота. Это уже совсем сильно шиммерные тени, как вы видите. Тоже прям на Новый год. Такая втирочка. Так, еще одни. Прямо блески-блески. Ну, вот этот как-то мягче, да, кладется, чем вот этот. Видите, я его сколько много взяла. И он вот, хорошо очень переносится, да. Великолепно. Так, ну и последний у нас с вами такой же мягковатый, но не так сильно мягок, как вот этот. Такой атласный, я бы сказала. Опа, металлик, голографический металлик, что ли. Да, видите, поворачивайте серый, поворачивайте синий. То есть такой вот он. Ну, и еще один прекрасный ряд. Так, такой вот прям медный, да, оттеночек. Отлично просто переносится. Так, давайте этот посмотрим. Тоже такой блестящий, атласный. Угу. Тут еще есть лиловое вкрапление. Обратите внимание, вот в этот коричневый, тут лиловое вкрапление.
Так, вот этот тоже мягковатый, как вот этот, который я чуть не раздавила. И тут блестки получаются с розова отдают. Видите, розовые блесточки идут. Так, ну и последний такой серый, черно-серый, что ли, я бы так сказала. Это для того, чтобы взгляд стал выразительный. Черные тени должны быть в такой палитре. Класс, слушайте, ну здорово прям. Ну и давайте займемся последним рядом. Это такие вот зеленые красавчики. Давайте его сюда поместим. Очень красиво, да, переливается. Тут разные цвета, оттенки. Так, дальше матовый зеленый. Угу. Тоже такой прикольный, да, согласны. Так, это такой очень мягкий, как вот розовый. Такой прям блестюнчик. Посмотрите-ка, ух, какой, да, прям блестюнчик-блестюнчик. Его надо, наверное, втирать. Да, то есть такая вот красота. С таким немножечко, как будто бы отливом. Он не светлый, такой с розова, да, отливчик получается. То есть его нанести в другое место, да, например, сюда, он уже зеленым отдавать не будет, как вы видите, да. Уже розовым отдает. То есть он такой, чем накрасите, он это и будет отображать. Вообще интересно, да? Ну-ка давайте рядом с синим. Видите, как будто он продолжение голубого стал. Ну, конечно, интересно, да. Так, дальше. Такой вот ярко-синий оттенок. Тоже блестящий. Атласный, красивый. Угу. В общем, ребята, вот такая вот красота. Это просто супер тени. Вот этот мне, конечно, очень понравился. Я люблю такие свежие синие оттеночки. Его можно нанести нежненько, да, как вы видите, а можно прям полировочной губкой прям заполировать. Так, ну что, будем пробовать? Мне вот самой интересно, что мне подойдет. Меня больше всего тянет, конечно, на зеленый. Ну, будем пробовать. У меня два глаза, поэтому давайте попробуем зеленый. Буду брать чистые кисточки. Это кисточки от компании Faberlic, конечно же. И для начала хочется сделать подложечку. Вот этот вот цвет, этот тон, он всегда будет со мной, наверное. Я его больше всего хочу попробовать. Подойдет ли он к моим глазам? Так, беру, как обычно, свою любимую палету 6349. Это пудра Wet n Dry Perfect Me. До ужаса удобная. Из-за того, что зеркало большое и широкое, и я сразу вижу оба глаза или все губы целиком. Кстати, помада у меня сегодня тоже новая. Давайте я вам сразу про нее расскажу. Вот такая красоточка. Да, видите? Вот, и таким образом, когда вы ее рисуете, она проявляется. Вот на руке она у меня проявилась сильно розовым. А вживую на камеру я вижу такой темный оттенок, приятный. Она по ходу подстраивается под тип прозрачной гелевой текстуры, реагирует на pH кожи, придавая губам индивидуальный розовый оттенок. На мне он вот так решил проявиться, но это не значит, что он на вас будет таким же. И еще одно но. В этой помаде блесточки я их чувствую, то есть я их ощущаю, эти блесточки, видите? Абсолютно разные оттенки на руке и на губах. Вот. Таким вот образом. Артикул 41-194. Интересно в такую штуку побаловаться, конечно. Сейчас еще посмотрим, проявляется эта красота или нет. Я надеюсь, что нет. А может быть и что да. Прикольно проявляющуюся помаду. Так, ну что ж, подложечку на один глазик мы с вами подложили. Я считаю, что ложится все довольно-таки клево, классно и великолепно. Так, хорошо. Давайте же попробуем положить синий оттенок. Ой, зеленый, господи. Да, то есть такой вот насыщенный зеленый. Как он тут кладется? Угу. Скромненько, да? Ну что ж, хорошо, что скромненько. Так, очень даже неплохо передается. Так, так, так. И можно сделать или стрелочку, или растушевочку. Я, конечно же, буду делать
растушевочку обязательно. Излишечки хочется смахнуть сразу, а то потом они въедятся. Видите, да? Излишечек немало. Вот, поэтому я их сразу уберу, почищу, смахну, пока они у меня тут зеленью под глазом не проявились. И поедем с вами дальше наносить, тушевать. Ну, слушайте, пигментация великолепная, кладется хорошо. Мне очень нравится. Я прям в восторге. Я даже подумала о том, что я слишком много взяла, поэтому сейчас я стряхну полотенечко и немножечко подуберу вот тут вот край, потому что хочется более ровненькой растушевочки. Для тех, кто любит потемней, посильней, то вот я кладу прямо вот это вот максимум. Это максимум. То есть такой зеленый приятный оттенок. Далее, я так понимаю, мы с вами попробуем пальчиком вот эту красоту неземную. Как красиво! Боже мой! Очень красивый цвет. Прямо мега прекрасен. Посмотрите, какая красота. Так, я прям в восторге. Да, и можно, конечно, еще посильней. И он такой желто-зеленый. Нет, зелено-желтый. Чуть-чуть слегка, а блески как бы в такую желтинку немножечко уходят. Сейчас беру кисть для бровей, для того, чтобы положить в уголок немножечко. Посмотрим. Потому что она более такая синтетическая и более хорошо на нее набирается. Видите, да, кладется неплохо. Угу. Ну, снизу тоже очень хорошо кладется, прям ярко. Даже подрастушевать немножко захотелось. Супер, супер. Так. Угу. Так. Ну и вот сюда, конечно же, хочется еще зеленцы немножечко дополнить, да, согласны? Да, так много, так вроде бы и самое то, да? То, да, чуть-чуть перемешать. Ну, слушайте, получается обалденно. Ну, еще, конечно, надо подкрасить реснички. Что нравится в этих тенях? Что нравится? То, что они ложатся ровно, они не плешивят, они не мажут, они растушевываются хорошо, и у них замечательная пигментация. То есть то, что я вижу, то и заявлено. В принципе, да, мы с вами, конечно, сделали переборчик, но ничего. Выглядит довольно-таки симпатично. Что бы я добавила? Мне немножечко не хватает сюда чего-то темного, да, согласитесь. Одних ресниц тут было бы маловато. И я хочу взять вот этот вот черный оттенок, прям понабрать его, прям потолще. И вот сюда в уголочек положить еще до нанесения туши. Вот видите, сразу взгляд изменился, все-таки хочется чего-то черненького. Вот тени сыплются как обычно, нету ничего такого, чтобы там критичного произошло, да? Вот они осыпаются, но на мой взгляд как обычно. Ну, на мой взгляд, нормально, прикольно получилось. Конечно, еще следует немножечко потушевать более тонкой кисточкой, но это уже ерунда. Тут уже как хочется. Ну что, осыпаются не как обычные тени с кисти. Ничего такого не приметила, что-то вы видели. В принципе, все мне очень даже понравилось. И довольно-таки неплохой такой зеленый наглый результат. Я считаю, что классно. Ну что, я думаю, можно немножечко попортить, если захочется, золотыми тенями. Вот этими вот. Давайте попортим макияж кисточкой для консилера. Я хочу их положить очень редко, чтобы они сильно мне не блестели. На зеленом золото должно смотреться просто бомбически. И я не ошиблась. Можно вот так немножечко сделать прям цветущий, блестящий глаз. А можно прям очень толстый слой. Он может быть мега
толстым, поэтому я, конечно, переживаю, да, вот видите, тут слой здоровенный. Это, конечно, можно нанести, но уж слишком будет круто. Я считаю, что немножечко как-то вот подрастянуть будет красивей. Ну, как бы да, здорово. Ну, что могу сказать? От новой палетки теней я в восторге. И мне нравится. Мне она нравится. Ну, обзор можно считать готовым. Да, вот тут еще я себе подстерла. Вот так. Золотиской. Да? Я считаю, что очень хорошо и красиво. Осталось только немножечко глазки подкрасить, да? То есть, ну, я имею в виду реснички, потому что я их совсем чуть-чуть накрасила, да, немножечко. Ну, красиво, конечно, да. Дальше поедемте. Поедемте. Что мы с вами возьмем? Какой еще один оттенок? Та-дам-да-дам-да-дам-да-дам. Нюдовый. Мы с вами, я думаю, успеем сделать. Давайте сделаем синий, может быть, да? Ох, как набирается. Какой наглый яркий цвет. Угу. Так, он, наверное, тоже будет подосыпаться. Ну что ж, посмотрим. Угу. Ну, кладется пока без нареканий. Тушуется тоже пока без нареканий. Потому что это не совсем матовый. И, конечно, когда цвет не матовый, осыпается намного меньше даже, чем матовый, как вы видите. Вот. Ну и тушуется, конечно же, потуже, чем матовый. Как бы так, это тяжеловато тушуется, я бы так сказала. Ну тут серединку я специально оставляю для блесточек более светлых. Так. Ну, слушайте, очень даже неплохой вариант для самостоятельного макияжа. Шикарно просто. Тут, конечно, бесконечная комбинация макияжей. Она просто бесконечна. Поэтому, конечно, сложно всю палетку вам прям показать, рассказать. Да, лисенка сделали. Эти, конечно, тени более немножечко сложнее в растушевке. Но я понимаю, что кладутся они просто кайфово. Да, то есть вот так вот аккуратненько и потом уже пошли вверх. И очень аккуратно ими нужно, потому что туговато тушуется, значит, они более стойкие и их похуже будет убирать из лишних мест. С такими тенями главное правило брать по чуть-чуть и наносить по чуть-чуть и ехать туда, куда едете. Ну, слушайте, неплохой такой вариант, да? Не находите? Ну, я тут, видите, закруглила, тут поострее сделала. Ну, слушайте, мне нравится. Очень даже нравится. Остаточки стряхнем, чтобы было все аккуратно. Так, хочу посмотреть, смогу ли я подтушевать и убрать. Потому что я думаю, что для дорогих зрителей это важно. Ну да, подтушевываются, они убираются неплохо. Без претензий. Если где-то ляпнули, мазнули, потом посмотрели, и вам что-то не понравилось, то ничего страшного в этом нет. Слушайте, отличная просто палета. Сейчас мы с вами будем брать наглый блестящий отлив. Сейчас я его для начала наберу. Вот такое безобразие. Как мы смеемся. Ну, потому что для меня это нагло, конечно, да, это слишком ярко. Наносится он просто бомбово. Практически не просит растушевки после нанесения, да. Прямо окажется каким-то даже немножко люминесцентным, что ли. Это вообще прям вау. Прям мега вау. Хочется его подуспокоить даже. И хочется чего-то светлого в центр глаза еще положить. Да, не находите?
Давайте еще что-нибудь светлое в центр глаза выберем. Вот это, наверное, да? Вот. Вот сюда вот так подрисуем и подрастушуем легонечко. И уже, видите, оттеночек стал поспокойнее. Менее такой в глаза бросающийся. Ну, конечно, да, очень мощный такой оттенок. И в уголок глаза уже тоже хочется что-то более такое спокойное. Давайте попробуем. Навряд ли этой кисточкой получится. Я хочу взять вот этого прям беленького. А нет, хорошо идет. Обычно плохо наносится. Вот такую вот светляшечку тут добавить. И вот этот продолжить уже вот тут. Просто легкой свежести добавить. Ну, или можно также линию нарисовать. Вот такую, кому хочется, яркую линию можно нарисовать. И она будет очень яркой. Угу. Вырви глаз. Макияж, вырви глаз. Ну, давайте сейчас посмотрим, можно ли его просто пудрой немножечко сгладить. Мне кажется, очень даже неплохой вариант. Ну и тут, конечно, тоже не хватает. Ну, вот в этом исполнении не хватает. То есть не везде, но лично мне не хватает черненького в уголочке. Поэтому я сейчас немножечко черненького наберу. Таким тоже образом. И сюда положу. Ну, я прям не могу без черненького дожить. Чуть-чуть вот так вот. Типа стрелка. Ну и глаз сразу заиграл. Черный тут, конечно, строговатый такой. Но, слава богу, убирается неплохо. Мне вот что нравится, он убирается хорошо. И никаких проблем нету. Если, конечно, кисточкой не сильно надавливать, а вот так легонечко, чтобы пудра прям... Пудра его убирала, а не оставалась вот тут на лице. Таким образом. Пальчиком тоже неплохой вариант. В общем, показала вам все, что могла. Очень, конечно, интересная палитра. Давайте попробуем еще вот эту красоту нанести. Легонечко, аккуратненько. Ну, конечно, да, как-то легонечко такие блестящие нанесешь. Попробуем еще в основании глаза. Так вот, легонько набрать и положить. Да, уж синий оттенок совсем забрали. Угу. Мощные, конечно, вот эти тени с блесками. Они прям все перекрывают. Вот такая красота у нас с вами получилась. Все перекрылось. Так, ну, великолепно, да? Ну, синий, конечно же, пропал цвет. Но я вам хотела сейчас передать блески, да? Какие тут вообще есть блески. Поэтому из одного в другой макияж мы с вами попали. Еще хочется вот такие блески попробовать добавить. Ой, ну, слушайте. Прям великолепно кладутся. Но, на мой взгляд... Конечно, тоже неплохо. Можно и их и в перемешечку положить. Вот, сделали мы с вами аж три макияжа разных. Ну и тут только черный подправлять. Потому что он ушел в забытье. Нравится мне вот это вот. Вот так вот раз, кверху глазик поднимать. Поэтому... Вот так, да? Немножечко, чуть-чуть. Да, это уже следующий у нас с вами макияж получился, да? Интересно, конечно, да.
Чтобы вот если все трое перемешать, и золотые тоже. Прям интересно. Ну да, золотые тут тоже в тему будут смотреться, да? Все трое. Великолепно. Прям такой, да, вызывающий оттенок получился. Ну, что еще? Да, мы можем с вами посмотреть. Мне вот захотелось еще посмотреть. А вот если мне кажется, что слишком много, можно ли вот этими блесточками, допустим, перекрыть и сделать более такой аккуратный взгляд? Вот прям захотелось испытать на практике. Они такие твердоватенькие, я бы сказала. И такие более серые, более спокойные и менее проблемные. Да, и посмотрите, как хорошо получилось. Тоже так неплохо. Для консилера как раз подошла. Ну, знаете, и там, и тут, и везде как бы получилось, на мой взгляд, великолепно. Очень хорошо. Но губы в этот раз наносить не буду. Не хочу эти эксперименты, потому что я насмотрелась девчонок. Они наносят и на губы, и везде. Я думаю, а, да, я тоже попробую. Что-то мне как-то не понравилось на губах. Вот этот шиммер, да, сильнейший. Вот хочется еще вот этот оттенок. Самый, да, такой легкий. С блесточками положить в глаз. Вот сюда, в уголочек. Посмотреть, как он будет смотреться. Ну, слушайте, практически незаметно из-за тех больших блесток. Тогда я положу беленький. Не отряхнула. Вот так. Да, положу беленький. Растушую. И получится более спокойно, что ли, на мой взгляд. Да, вот мне кажется. Все равно хочется как-то поменьше, чтобы было. Так, ну и наше традиционное освежение под глазами. Ну, что могу сказать? Тени просто бомбовые. На мой взгляд, обалденные. С превеликим удовольствием в них побаловалась. И, честно скажу, я в диком восторге. И готова баловаться еще и еще в них. Поэтому буду делать макияж, буду снимать, выкладывать эти тени. Ну, давайте посмотрим. Боже мой, ну посмотрите, какая красота получилась, да. Тут смесь бульдога с носорогом, конечно. Но получилось безумно классно. Ну-ка, а вот знаете, что еще хочется попробовать? Вот эти вот наши сыпучки, которые, видите, очень мягкие. И вот они такие интересные, помните, подкрашиваются. Хочется проверить, если я их сюда положу на центр. Вообще, какой будет эффект? Давайте другой рукой. Угу. Сейчас подтушуем. На сильные блески я положила такие, более щадящие. Ну, слушайте, довольно аккуратно легло. И взгляд опять-таки стал довольно так и другим. Мне нравится. Черный, если еще подправить, мой любимый. Но тут можно и не подправлять. Уже как-то светлее и аккуратнее. Вот я вживую смотрю. Мне даже вживую больше нравится, чем на камеру. Потому что прям, знаете, глаза как зеркало стали. Очень красиво. Ну, как вам? Да, начали с синего, закончили розовым. В общем, ну, очень много теней. Я порасходовала прям мега много теней. И могу вам сказать, что прям все тени очень даже достойны. И кладутся очень даже великолепно, да, согласитесь. Прям, видите, как качественно они кладутся. Какая у них мега-супер растушевка. Прямо никаких нареканий к продукту нет. Прям все шикарно. Вот коричневая, да, под глазик, под низ глазика нанесла. Так, какие еще нанесем под низ глазика? Зеленые наносили. Давайте вот эту вот красоту еще нанесем. Но она не будет сочетаться, это понятно, да. Но просто нанесем. Вот тоже очень такое симпатичное у нас с вами, да, получается красота, да и только. Вот, тени все крошатся в меру, тушуются великолепно, тут же, сразу же.
без всяких проблем. Красота. Мне понравилось. Очень жаль, что это лимитированная коллекция. Она в 25-м году будет актуальной. Конечно, бы хотелось, когда ее консультанты распробуют, чтобы она не закончилась. Понимаете? Очень часто у нас такое бывает, что только консультанты распробуют, продажи начинаются, а коллекция уходит. Даже немножечко вот обидно получается. И думаешь, и что выпускали? И лежат эти тени дома потом без дела. Макияж-то мы красивые делаем. А толку-то, если мы это не можем продать-то потом, да? Согласны со мной? А вот, такая красота. Еще синего добавила. Ну, хочется, да, сюда и синий, да, хорошо подходит. В принципе, то, с чего мы и начали. Великолепно. В общем, ладно, все, перестаю мучить глаза. Пошла я мужу покажусь, пусть он посмеется и умываться. С вами была Кононова Анна, проект Faberlic Online. И мои еще две новиночки. Вот такие вот классные и клевые.